Таран морепродуктов по дороге попался на выезде из города. Дорога на Камрань. Вот такой серьезный продавец. Ресторан морепродуктов для местных. Давайте посмотрим, чем отличается от того, что в центре. Возможно, ценой, но по ассортименту все те же крабы, те же ракушки. Медуза, что ли, страшили, похоже. Да, медуза. Зеленые ракушки. Любопытствую, прям как-то не кидается. Я меньше всего похож на компанию вьетнамцев, которая приедет сюда хуже. Вон там рыбы, сухорыбы и помпаны. Уши красивые. Живые. О, эти шевелятся, эти живые. Устрицы, устрицы, устрицы. Там, конечно, не попало. Смотрите, как разлось. Вот такой вот ресторанчик. 50 буен. Коин буен. Камон. Вот. Все вот такое. Это не в плане посидеть, покушать, а в плане приехали, купили, уехали. Хотя, я думаю, покушать тоже здесь можно, наверное. Кого-то жарят. И тут что-то жарят. Вот, вот такой. Вкусный, вкусный. Да, это должно быть очень вкусно. Вкусная штука. Зеленым луком, с яйцом. Так, через расчет мы будем как ткань. Это я поскользнулась. Тут все, в общем, не для... Это... какие! Вот это да, да. Вот так вот. Правильная вьетнамская еда. Свеженькая, тут неподалеку выловили. Лучок зеленый. Отвары лежат. Камон. Вот. Вот такие вот дела. Нет, слушайте, я не могу выключить видео. Столько всего. И вот эти черенки, и медузы. Что-то нету. В общем, край. Поедание морепродуктов. Вот оно. 50-я. Вон Буен Хатхань. Вон ресторанчик. Ресторанчик, между прочим, симпатичный. Они и сами тут едят, и кого-то там обслуживают. Вот такие вот места. Не буду утыкаться людей прям. Вот. Вот вам. Нет, жареный краб. Извините. Нету сил продолжать больше. Я понимаю, что выглядит круто, но я слюной зайду. Серьезно, это здорово. Вот у меня жареные бананы и жареный батат, но на краб у меня по бюджету не вписывается. Ну никак. Какие крабы? Приедете отдыхать, будете есть крабов, устриц, морепродукты разные, черенки там, ракушки, всего перепробуете. Это... Здесь действительно оно все выловленное, свежее. Это здорово и вкусно. Вот. Почем у нас нынче арбузы? Отходим чуть дальше от центра и сравниваем цену на арбузы с ценой в городе. В городе 10 донгов, и это еще недорого. Вот. А здесь я вижу и 5, и 8. Что у нас там еще? Приходим. Вот она окраина. Да, какой был краб. Вот смотрите, я около моста Калда.
Ну, тут немножко дракон из киси. Вот арбузики по 8. И вообще арбузики по 5. И 2 шесть, по-моему. Вау, арбузики по 3000 донгов. 3000 донгов, это вам, ну, короче, 12 рублей арбуз. 12 рублей арбуз, да, вот так. Вот так вот. И драконы, плоды кактуса. Вон они созрели. Вот так. Вот он рынок. Недорогой. Бататами. Баклажаны по 8. Это штука тоже. Забыла выразить. По 8. Огурцы. Все подряд. Ой. А, синьцзяо. Синьцзяо. Чукмен на мой. Вон там. Зелень свежайшая, кстати. До рынка такая не доезжает. Тут прям красавица. О, хорошая зелень. На том море более такая потертая. Свежак. Вот так. Так что вот, всем хорошего дня. Я у моста Кауда. Ничам. Опять мне говорят, не крути камерой. У меня тут вертеться хочется и вам все это показать панорамно, но панорамно не получается. Вот. Всем счастливо, отличного Рождества. Верите, что у вас все еще обязательно будет, что вы приедете и перепробуете тут крабов, креветок, драконов, ананасы, выпейте много кокосов, попробуйте обязательно. Ой, вон то хлебное дерево. У меня, кстати, в сумке лежит. Вот. Синьцзяо. Манго. Вот он, зизифус. Тамарин. Очень вкусный. Каприста. Кисло-сладкая. Хлебное дерево. Манго. Очень вкусная манго. Вообще мой любимый сорт. Ланган. Мандаринки. В общем, столько всего созрело. Скорее бы. В общем, открывайся. Вьетнам, дай возможность людям ходить везде. Здорово было бы. Ой, как этого ждут все. Красотища. Честно. Это вот они такие тропики. Тропики, они такие тропики.